А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш, мы продолжаем играть в Parking World, и давайте начнем следующий сценарий, который у нас тут есть. Не знаю, что нам тут нужно делать. Sharing is caring. Так, пропускаем все диалоги. Ну, точнее, пропустить не можем, но максимально быстро что-нибудь нажимаем, чтобы начать наше задание или нашу миссию. Ну, а, все, пошла загрузка, нормально. Я думал, сейчас снова будет думать. О чем-то думать, о чем неизвестно. Так. Все, можно работать. Так, с дроном теперь надо пообщаться. Проехала странная. Монорельс, что ли, какой-то. Так. Ага. А, переключиться на игрока. Так, что у нас тут? А, не, позже, что нам нужно? Построить паркинг спейс. Паркинг спейс. Это что, чтобы было посетителей 1000 человек? Построить туалеты для посетителей 20 туалетов на 50 парковочных мест. Они что, совсем уже? Так, а где у нас полы? У нас полов нет. Зона погрузки. Базовый этот из цементный или бетонный фундамент может использоваться для этажей и кейлинг или сейлинг, как оно, зона погрузки чего-то. Ладно, фундейшн. Так, ну раз другого ничего нет, то о, в цвет асфальта норм. Так, а сколько нам нужно? О, нифига, тут второй этаж можно сделать. Причем непонятно, для машин можно сделать или нет. Интересно, тут машины нормально будут проезжать, что у нас пробел такой между плитами? Или не очень? Так, сколько нам нужно, чтобы машины проехали? То есть тут машины стоят, тут машины проезжают. Тут стоят. Тут они едут обратно. Ну, наверное. Я, конечно же, могу ошибаться. Как обычно. Просто учитывая... А, кстати, у нас там было... Нифига, у нас было 100 тысяч. Мы их уже всрали, если честно. Короче, туалеты подождут. Мы сейчас сделаем в первую очередь парковку, чтобы мы могли хотя бы... какую-то копейку зарабатывать. Потому что без бабок нам будет срака. Так. Может сразу эти проезды сделать? Так, два места. Сейчас сразу... везде поставлю тут. На краях. Чтоб не тупануть потом. Со своими разметками, которые я сам придумал. Так. Блин, нифига, 40 кадров просадки такие. Главное не промазать. Потом фиг, наверное, уберем эту штуку. И главное, чтобы нам хватило на круговую дорожку. Кстати, главное... место для туалета не заюзать. Нет, тут, по идее, вот так вот должно быть. Уже утро наступило. Быстро, однако.
Ой-ой-ой. А тут я поставил, блин, надо было, наверное, чуть иначе поставить. Я могу сюда же влепить. Хрен знает. Сейчас, короче, добьем и понятно все будет. Типа вот прямо, и они там могут свернуть. И тут вот сюда вот поехать. Че нахрен я там накрутил? Ага, система работает. Ну, она, конечно, максимально странная, но она рабочая. Окей, все, тогда ставим парковочные места. В смысле, взял, тупо заспавнился. Я фиг знаю, что тут у нас. Это чтобы люди сюда приходили пешком? Или для чего это сделано? Пока что сейчас, наверное, напротив ставить не буду. Если, конечно, не провтыкаю. То вдруг у нас тут тропинку мы слепим какую-то странную. Дубина, я неправильно сделал парковку. Хрен с ним. Неправильно сделал. Тут же у нас еще один ряд должен был быть с другой стороны. А у нас получается дорога тут будет просто так. Бывает и такое. Так, что нам установку сбросили? Что происходит? И что они думают? А, серьезно? Так он стоял просто на парковке, что они сразу не заехали по-нормальному? Фиг знает. Странная штука. Так, как нам сделать туалет? Настенная эта лампа. Слушайте, ну тут можно всяких приколдесов сделать интересненьких. Слушайте, подождите, ну надо же здание сначала слепить, наверное. Стены, лестницы. Так, фундейшн, да? Ну, давайте тогда белый вот тут. Ёп. Ну хрен с ним. Так, пока что вот так вот одинаково. Ну-ка, а есть у нас какие-то фундейшн детский? Во. Так. Ну, тротуарчики не нужны. Мы пока что красоту не делаем, потому что мы особо играть не умеем. Низкая стена, нет. Высокая стена. Двойная высокая. Так, ну, допустим... Я надеюсь, я под землю не поставил. Допустим, туалет у нас будет... Такой вот площади огромной. В смысле? То есть там можно, а здесь... Ёб твою мать. Чё за хрень? То есть, короче, оказывается, вот так вот еще строить обязательно. Ага, я понял. Блин, я даже не догадался бы, что так все будет.
Так, ну допустим, это вход. Хрена себе. Сильно. Есть вход? Ну, типа да, наверное. Сепаратор какой-то. Так, рампы. Столбик? Столбик. Так, стены нам не нужны пока что. Нам нужны сральники. По логике. Так, 20 туалетов. 20 долбанных туалетов. 1. 2. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Есть. Так, стеночка приватная. И как ее нахрен поставить? А, то есть выше нужно поднять. Боже, а почему так странно? Ну ладно. Хоть поставить можно как-то. Но да, у меня тут с точностью проблемы небольшие. Приватность у нас как бы одно название. Чисто школьный сральник. Ну ладно, так уж и быть. Вот тут поставлю, чтобы никто туда не заглянул. Просто заходишь, сразу кто-то срет, сидит. Ну ладно. Так. Публичный кран. По-моему, у нас тут такое есть уже. Да, городская вода есть. Городская вода есть. Так. Пайп. А, вот такие пайпы у нас как раз стояли, по идее, над туалетами. Я надеюсь, так можно, да? Надо еще вот в здание как-то сделать. А, тут нет туалета. Так. А, ну это доп. Соединение нафиг, наверное, не нужно. Так. А, типа этот на стену прилепить или на пол? А это, по идее, сквозняк через стену у нас. Фигня вот эта вот. Давай вот так поставим. Так, а теперь вот эти пайпы нужно... Чпоньк. Ля, чётенько. Люди мне за такую работу только спасибо скажут. Надеюсь, я все подсоединил, а то, если честно, я их сейчас подключаю, я уже запутался. Кадры постоянно сыпятся куда-то у нас. Она фризит иногда. Фиг знает, что такая оптимизация. Не знаю, поправят ее или нет. Сомневаюсь, если честно, что поправят. Так. Да вроде все.
клумбу можем... Ого, нет, слишком большая. Думал клумбу присрать. А, не, можем клумбу присрать. Блин, с таких клумб можно было делать островок тут какой-то прикольный. Ну ладно. Так, у нас 129 посетителей. Короче, нам бабки уже идут потихонечку. Кстати, бабок нифига нет, 13 тысяч. Нужно добавлять места парковочные. И зарабатывать бабки. Ну. Так в этот раз нужно будет их нормально сделать, а не как я тупанул. Сколько она стоит? 5 900 4 700. Штука 200, плита одна. Денег. Во. Так, это я, значит, сейчас... В смысле? А чё, лимит уже? Снова? Какого хрена? Чё у нас за лимиты странные? Ну, мне же кажется, я 50 парковок сделать не смогу из этих лимитов снова. Ну, хотя парковки по соточке. Будет смешно, если реально будет лимит, но нам про лимиты никто не говорил, типа что, чувак, ты больше поставить не можешь. А, денег не было. Ну, 50 мест есть, останется только ждать. Надо хотя бы эти места доставить. Дайте еще соточку, пожалуйста. Благодарю. О, косяк, плиту криво поставил. И как ее передвинуть? Блин, а мы, по-моему, в прошлой серии пытались это сделать, и оно нифига не двигается, только рестарт делать. Ну, да, накосячил. Что тут сказать? Так, наверное, нужно сейчас пару мест еще занять. Раз у нас там какие-то лимиты по этим плитам. Тут оно и не ставится, в принципе. Ну, все. Типа вот максимальное количество мест. Дальше у нас тут забагано, потому что плита не будет работать. Остается ждать просто, чтобы 1000 машин у нас прошло, и все. Туалетом все пользуется, все классно. Автомат... Черт его знает, заправлять нужно или нет. Сейчас проверим. А, плата за 4 дня. Окей, я думал, заправлять еще нужно. Можно, конечно, посмотреть всякую фигню. Может, поставить какие-нибудь... Электричество, что ли? Прикол. А, ну это если фонари будем ставить. Блин, ну их ставить некуда. У нас тут инфраструктура малеха... Не готова для этого. Как мне понять, куда он смотрит? Ну реально. А, во. Чего? Он дорогой? 4 куска? Ни хрена себе. Золотые фонари. Ну пофиг, все равно деньги зарабатываем. Что нам делать тут? Сейчас тут еще поставим 1, 2, 3, 12 тысяч. Ну просто, чтобы хоть как-то освещала территорию, потому что у нас тут темень капец какая. Мне это не нравится. Нужно хоть немножко, чтобы было светло. Понятное дело, что нифига не красиво. Это просто нужно сразу заранее планировать это все дело. Чтобы у нас все было красиво проложено, все фонари были подключены. А я тут изначально начал бабки косить, и все. Поэтому тут, чтобы все, что-то переделать, нужно, чтобы была возможность что-то сносить. Как сносить, я до сих пор не знаю, потому что в справке у нас не существует такого понятия, как что-то снести, то, что ты поставил. Ну, или хотя бы передвинуть. Поэтому я не знаю, что с этим делать. Хотя, может, на паузе нужно... Может, на дроне нужно? Нет? Походу, нет. Кстати, а мы же можем время ускорить, и все, и бабки будут лететь, и все нормально. Че нам париться-то? В натуре.
Где фонари? Что-то я заблудился тут уже. Чистилку надо куда-то присрать. Так, лужи Нассана уже нет? Еще нет, удивительно. Бабки идут. Ой-ой-ой, нифига фризит, слушайте, давайте сохранимся на всякий случай, то он сейчас вылетит нахрен. Ой, загрузить. Создать новое сохранение, все, все нормально. Загрузить. Чуть не лоханулся. Где фонарь? Я фонари потерял. Во. Ага. Машина сбила. Нахрен причем. Есть. Так, что у нас по электричеству? Power. Так. Ну это через стену, чтобы проходило. Ящик предохранителя, не знаю, нам нужен или нет. Короче, нам нужно вот эту фигню где-то поставить. И тут на углу образно. Или вот здесь. Вот тут поставлю. Просто, чтобы оно вверх пошло. Наш power. Так, а кольцевать же нам не нужно, так ведь? Что не так? А, денег нет. А сколько у нас полтос стоит? Вроде есть. Так полтос написано. 50 кэш. У меня денег 140. Ну хрен с ним, один фонарь работать не будет. Ну короче, немножко странно как-то это все. Опа. Извините, пожалуйста, что тут произошло у нас? И можно ее как-то это утилизировать? Понятия не имею, как ее убрать. О! Грязь называется, убрал. Просто убрал грязь. Я думал, машину убираю. Думаю, нифига круто, повезло. Да я не знаю как. L статистика. У нас реально просто ни черта тут нет. Delete LT. Ну, кстати, на геймпаде-то есть, смотри. Удалить LT. А, X. Ой. Так, ну тогда как минимум можем эту плиту нафиг убрать. Ну-ка, машину могу? Нет, машину не могу. Не целится в машину. Копия.
Алигн. Черт его знает, что это значит вообще. Мне бы трафик просто убрать залаганный, хоть одну машину. У меня есть подозрение, что они залагали из-за ускорения. Вы так не думаете? Взаимодействовать Е. Но сделать на Е ничего не можем. Но, блин, ну тут билд написано, это конкретно стройка. Смысл деньги смотреть. Став статистика H, но статка мне не нужна. А, Traffic Jams. Во. Просто описывать, типа, блин, строй так, чтобы было меньше пробок, и все. Да не говорят о том, что вот у тебя, чувак, у тебя проблемы. По-моему, у нас нерешабельная проблема. Что нам делать? Ну, мотанем. Раздупляться, не раздупляться, но и вряд ли раздупляться. Нам просто вот машину выделить и все. Вот смотрите. Это выехать хочет, это выехать хочет. И это едет. И все. И эти едут, и этот едет. И у нас все остановилось нафиг просто. И не дошло до 1000 посетителей. Вот как с этим жить? Игра получается достаточно сырая у нас еще. Что вот, ну реально, с такой ситуацией ты ничего сделать не можешь. Можно в тупую попробовать поудалять нафиг что-нибудь. Типа парковочное место, например, снести. О, ни хрена, машина удалилась. Машина удалилась. Прикиньте. Так, мне нужна разметка новая. Бабки хоть хватит на разметку? То я тут снес. Так, все, по идее, должны теперь ехать снова. А, тут установ... А где я? А, вот тут я убрал. То есть все-таки убрать машину можно. Что здесь происходит? У кого проблема? Вот ты ехал и стал. Что тебе мешает? Или кто? Скажи мне, пожалуйста. Я, например, не понимаю, что там не так. О, поехал. Один поехал. Или он скорее выехал. Так, ну фары, по-моему, ни у кого не горят.
То есть я, получается, машину сношу вместе с разметкой. Но дальше они ехать не хотят, потому что разметка типа раз и закончилась, поэтому они такие типа, ой, а куда ехать, неизвестно. Снова пробка какая-то. Ну а чё он стал на Range Rover? Он ждет, пока кто-то из этих выйдет. Он запарковаться хочет или что? Пассатик. Ну давай, нафиг, едь куда-то. Ускорение включу, пусть, может, пораздупляются немножко. Тут реально странное место какое-то. Вот и фигня в том, что я сейчас поставлю разметку, они снова тут будут стоять. А, нет. Неужели поехали потихоньку? Блин, ну я не хочу разметку удалять. Типа, ну машину окей, удалил бы. Нафига удалять разметку? 147 тысяч, охренеть. Вот это бабок у нас, конечно. Нам бы уборщика, конечно, нанять какого-нибудь. Вряд ли это, конечно, можно. Кстати, снова пробка. Снова пробка. Вы нахрен задолбали меня. Со своими пробками. Или разметку нужно, ну, прям жестко рисовать так, чтобы, ну, вообще не было с этим проблем. Или я не знаю. Снова бабки остановились. Снова пробка? Нет. А, все уехали. Нифига себе. Может, фестиваль закончился. Прикинь, если реально фестиваль закончился, уже никто ездить не будет к нам. Это будет смешно. Так, слушайте, а реально можно кого-то нанять? Я не хочу убирать это все. Че, вообще никак? Хоть кого-нибудь. Не знаю как. Реально, наверное, еще просто недоступно. Ладно, пусть машины не спеша пока катаются. Так, а грязючки у нас тут нету, да? А, вот есть. Сейчас, короче, все уберу, пока скорость небольшая. Итак, достаточно быстро игра идет. У нас прям все заюзано. Единственное, что мы ждем, это чтобы 1000 посетителей было, поэтому, в принципе, наверное, насрать должно быть нам. Ну, согласитесь, такое ощущение, что реально был какой-то фестиваль, и машин была куча. Сейчас вон толком никто не ездит. Очень мало машин. Походу, наверное, есть какие-то определенные сроки, чтобы сделать все по максимуму. Какие-то статусы у нас там еще меняются. Не знаю, заполненность, наверное, чистота какая-нибудь или фиг знает, что там. А, там дедлайн еще есть. Слушайте, что-то я не обращал внимания, что у нас дедлайн есть. 6 дней осталось. За 6 дней, получается, у нас должно пройти еще сколько? 600 человек практически. 5 дней. Блин, ну если бы не те пробки, мы реально в пробках много времени потеряли. Наверное, сутки. Пока пробки были. Но сейчас пробок вроде нет. Может, конечно, сейчас что-то поменяется, люди пойдут, но, блин, пока что машин у нас немного посетителей. И пробок нет. Я убираю вроде бы постоянно здесь. И бабки нормально летят. Че, неужели нужно увеличить площадь?
Ну-ка, давайте посмотрим, появились у нас... А, слушайте, снова возможность появилась увеличивать площадь. Так, это значит, вот сюда будет. То есть вот так нужно сделать. В следующий раз, если будем делать, нужно будет иначе делать разметку, чтобы трафику было проще ездить здесь. Чтобы они могли здесь туда-сюда ехать, например, все туда в одну сторону. И там где-то разворачиваться в конце. Все норм? Пока что да, вроде. Так, а как там у нас там? Прямо? А пофиг, можно и так. Так, а тут что-то два места у нас каких-то пустых. Во, замечательно. Так, загрузил игру после вылета, а у нас дедлайн уже 0 дней. Типа мы не выполнили в срок задание наше или фиг знает. Короче, ничего сейчас доделать не буду, сейчас просто будем ждать, пока у нас намотается 1000 человек, наверное, и все. Ну, как-то слишком часто она вылетает у нас. Эти тоже убирать ямы эти или следы покрышек, задолбаться, можно слишком долго это делать. Так, а минус 98 это рейтинг, я так понимаю, поэтому никто не паркуется у нас. А дроном, кстати, не могу ничего делать. Убирать здесь. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, по-моему, минус у нас никуда не девается. Минус как растет, так и растет. А посетители не растут. Пустая парковка, никого нет. Может, там туалеты засраны? Кстати, на удивление чисто, кстати. Бабки забрали. Или просто, может, не хотят парковаться там, где у нас вот эти вот ямы. Короче, какой-то минус растет. О, дедлайн снова появился. Короче, странная фигня какая-то. Может, сейчас снова клиенты попрут. Ну, мало клиентов. Прям реально мало. Уже позасирали некоторые места. Короче, на низкой скорости, типа, можно еще успевать поотмывать все. А так фиг успеешь, походу. На такой повышенной, с таким количеством мест. Нужен только сотрудник какой-то. Так, ладно, я сейчас скорость тогда понижу, потому что, мне кажется, у нас реально люди не хотят парковаться там, где побитые дороги. Или грязный асфальт. Поэтому я сейчас просто хотя бы, может, успею отремонтировать его весь. Потому что у нас его как бы немало, а делать тут нужно много.
конечно, можно было больше мест наделать, но так как игра вылетела, я думаю, проще так, как оно есть, и все. И никуда не рыпаться, раз она достаточно нестабильная у нас. Так, а тут где-то одна была засрана точка. А, все чисто. Блин, а что я тогда видел? Может, мне приснилось? А, нет, вот. Что у нас снизу? Я думал, они сверху будут. Что-то у меня такое ощущение, что сразу люди начали парковаться после того, как я порядки навел. Или не? А тут что не так? Странно, не хотела нормально убираться. Есть. Так, теперь здесь. 4 дня осталось и 500 человек за 4 дня. Вряд ли у нас будут такие цифры. Так, а пробок нет? Вроде не. Какая ж нудятина убирать эту грязюку. Дня осталось и куча посетителей. Так, давайте ускорять снова. Если она вылетит, то пошла она нафиг, игра это, потому что насколько можно, мы тут так много работы сделали сейчас по этой уборке, тут офигеть можно сколько потрачено ресурсов, времени. Так, на всякий случай просто сохранюсь. Блин, мне непонятно, что там за расход у нас растет или что это такое. Просто минус все выше и выше, выше и выше. Что там за минус? Машин осталось, но за 2 дня 300 машин не пройдет никак. Так, ой, не то. Может, тут еще одно место добавить, то оно тут пустует, ничейное, так сказать. Ну, пусть будет так. И можно здесь, так сказать, завершить нашу площадку, тоже поставить 2 места. И все, не будем тут ничего увеличивать. Так, ускорение снова.
Короче, мест нам хватает. Реально хватает. Без пробок, получается, у нас тут не набирается полная парковка. Может, конечно, если бы был более высокий рейтинг, она там была побольше, может, больше парковалась бы. Потому что у нас как бы тут... Ну, на въезде, да, бывает тупняк, но в целом все места у нас не забиваются. Человек осталось. Дедлайн еще какой-то у нас там дубасит. И заново дедлайн пошел. Короче, просто какие-то минуса у нас идут, заполняются, потом уменьшаются. Фиг поймешь, что там от нас хотят. Сто машин. И должен быть финиш этой миссии. Короче, народ, снова игра вылетела, поэтому я думаю, что мы на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.